Здравствуйте, дорогие любители Азии. И сегодня у нас будет небольшой story magazine, а точнее, куда я пропал. И нет, это не реклама, если же. Так что чаёк, кофеёк, устраиваемся поудобнее и поехали. Думаю, многие из вас заметили, что я типа пропала такая, серебряный эльф изо всех соцсетей. Нет, я не... Родные мои, я не пропала, нет. Ну, дела идут, кто в курсе. Вы знаете, дела идут потихонечку, полигонечку, но ввиду того, что снимать видео достаточно тяжело сейчас, потому что, ну, надо с утра выйти, морду намазать. Я не намазала, кстати. И, в принципе, какой-то антураж, соответственно, да, там вот это с собой тащить, вот это вот все, да, оно очень накладно. Даже если ты делаешь что-то дома, это очень, ну, короче, накладно, родные мои, накладно. Вот, и понятное дело, на это надо выделить время, на это надо выделить очень много времени, и иногда не получается. Навстречу всему этому, точнее не навстречу, а на помощь всему этому пришел, в принципе, YouTube. Я давно уже, в принципе, думала об этом, как люди это делают, что используют, что это такое, а можно ли как-то попроще без всех вот этих прибалбусов и так далее. И нашла прекрасная программа Япония, ну как вы понимаете, ну это Япония, она вообще у тебя вот здесь вот на телефончике, и вперед из песни, ну как бы я даже продемонстрирую, те, кто знает, те знают. Вот здесь вот я нахожусь, если что. Я частенько делаю стримы вечером, с утра, так на быструю руку, знаете, да, вот выход на работу. Вот. И почему я это решила делать? Сейчас объясню. Вы, наверное, не в курсе, но в Азии сейчас огромный бум стримеров. Стримеров и всего вот такого. Раньше они, естественно, пользовались всякими своими такими приложениями, типа для компьютеров и на улице. Что-то такое замутить было очень сложно, но возможно. Всякие там Twitch и так далее, Африка ТВ. Ну, в каждой стране свои, короче, вот эти заблуды-приблуды. Но при появлении ТикТока, при появлении, в принципе, Инстаграма, этот бум вырос. И даже школота, школу ЛО во всех ее пониманиях начало тоже это делать. Oh my god. Как они набирают это дело? Ну, во-первых, понятное дело, возрастная категория. Во-вторых, конечно же, они это делают постоянно, пермоментно. Даже какой-то трэш. Там люди вон спят, вообще ничего не понятно. Просто за счет того, что они находятся в этом регионе, за счет того, что они типа корейцы, японцы, там китайцы, неважно. Ну, китайцев вы, скорее всего, не увидите без VPN. Но вот это так заполонило за последние 2 года вообще весь это вообще пространство интернета, что вот те блогеры, которые, в принципе, какой-то контент вываливают, еще что-то, они просто вот растворяются вот в этом трэш-контенте каждодневного ни о чем от школоты. Ладно, когда это что-то ни о чем от кого-то, кто блогер, и ты, в принципе, видишь его daily basis, да, а когда это вот просто какое-то школу лобби за вообще какого-либо наличия контента, и оно там собирает по 10 тысяч, потом подписаты, то есть это не музыканты, играющие музыку, там, да, это не танцоры, там, это не тот, кто готовит что-то там или что-то делает в стриме, да, вот такое, то есть вот на работе он там цветы заставляет, не знаю, работает, показывает, как что-то делает, и тогда нет, это вот реально, это тупо трэш-контент. Этого добра такого количества, так много, и ТикТок все еще не ввел ограничения, а следовательно, старшеклассники развлекаются здесь по полной программе. Из-за чего мне уже и в ТикТоке скучно стало, и в Инстаграме тоже, а хочется стресс-аут, вы понимаете, у меня сейчас такие времена, хочется похохотать, набраться позитивной энергии, чтобы потом, конечно же, с вами заделиться этой позитивной энергией, но вы понимаете, у нас же позитив на позитивчик, да? А не получается, когда ты видишь вот этот вот бред. И вот как, что произошло, вселенная, в каком месте надо было сойти с этой планеты, потому что, ну, это бред. И, естественно, стала искать новые какие-то приложухи, тем более я хотела на свой гейм-канал все-таки придумать что-то с Витюбом. Почему? Потому что, ну, все-таки камера плойки, ну, это просто трэш, товарищи мои хорошие. Хотя даже если вот такую там птюлечку, то есть, вот, знаете, вот тут вот, экраны будет вот такая меня птюлечка, да, даже так это выглядит просто, ну... Ужасно. И без компьютера, естественно, не получается. Но об этом как-нибудь в другой раз. И неожиданно ТикТок мне выдал эту рекламу. ТикТок сам, собственной персоной, выдал мне рекламу этой программульки. Ну, что мы имеем? Ну, на данный момент я отмораживаю себе, конечно, жопу, но нет. Мы имеем следующее. У нас, соответственно, есть некая программа, которая, соответственно, прикручивается к вашему телефону, если позволяют его
возможность, Android ли это, либо это, собственно, iPhone, неважно, да. И вас, ваша реклама считывает, и ваш замечательный болванчик начинает двигаться. Очень удобно. Если ты еще проставишь зеленый фон, получается хромакей, конечно, вы поняли, да? В принципе, так и работает большинство YouTube-каналов, которые вот пользуются какими-то программульками для составления своих вот этих штук. Меня это, естественно, заинтересовало, заинтриговало. Я там побегала, попрыгала и успела попробовать дофига регионов, мои хорошие, я вам точно могу сказать. Дофига. То есть там очень много регионов доступно, там и Россия есть, и англоговорящий сегмент, и Тайвань, и, соответственно, Япония, и Корея. Там еще, ну, короче, так хватает на самом деле сегментов. Индонезия, все дела. Короче, чем больше, в принципе, народу увлечено, тем больше они серверов добавляют, чтобы разделить языковой, как бы вот этот балласт сделать, да? Ну, в России мне там точно не понравилось. Ребят, такой трэш творится. Ну, примерно такой же трэш творится, в принципе, в ТикТоке. В стримах. Я вот, ну, знаете, заходить на какой-то просто, я не знаю, базар-вокзал. Спасибо, давно не слышала, конечно, такого, но долго ты там не выдержишь, в этом базар-вокзале. И в основном вся вот эта категория, они все дети. И каким образом они туда попали, вообще непонятно. Потому что в реалити стоит блок на возраст. То есть только с 15-18 лет. Как вы туда прорвались, не ясно, но ограничения есть. Даже в американском сегменте эти ограничения есть и так далее. Но погуляли, походили, пострадали, мне дико понравилось, и я решила это дело попользовать. Я начала, естественно, ну, как вы знаете, ну, вы же знаете, ага, да, я думаю, вы знаете. Я использую своего аватара для того, чтобы стримить непосредственно игру. Ну, если вы на моем втором канале, я думаю, вы заметили. И последнее время я отказалась от стримов в Инстаграм по одной простой причине. Пропала ахримаска, которой я постоянно пользовалась. Я бы стримила и в Инстаграм, на радость вам, хотя бы по 20 минут в день и так далее, потому что проще стримить, что-то с вами посидеть и поразговаривать. К сожалению, ахримаска пропала. А ввиду последних событий, о которых, я думаю, вы уже все знаете, очень тяжело, в принципе, выделить какое-то время, чтобы что-то сделать. Чисто вот на работу бежишь, и вот по пути вот это вот все собираешь. Я тут то на одну лавочку села, то на вторую лавочку села, что-то рассказала. Вот, да, и с утра, получается, ты опять такой весь обдолбанный, непонятный. У меня, конечно, было желание, то есть я что хотела? Я либо стрим в Инстаграм хотела устраивать по утрам потихонечку, либо, соответственно, куда-то в другое место. А тут, понимаете, что-то новенькое, анимашное. Всегда хотела свою анимашную копию. А вы же знаете, я еще тот бог анимации мира, открывания дверей для вас, мои хорошие. Да-да-да. Можете поклоняться, пожалуйста, пожалуйста. То есть, в принципе, это анимашная трехмерная некая болванка, похожая на Геншин, кстати, о птичках. Ты создаешь там какой-то доступный тебе бесплатно. В общем, вы создаете этого болванчика, и за счет гачи, а они именно так зарабатывают деньги, вы можете взять себе что-то более крутое, да, то есть, ну, там, одеть его в какой-то прикольный более прикид, там, какие-то ивенты проходят, и, соответственно, можешь гачи воспользоваться. Там, соответственно, всякие какие-то шмотки, прически, глаза, какие-то аксессуары. Ты, в общем, короче, сидишь, играешь в Барби виртуальную, одеваешь своего аватара как хочешь, по мере возможности прохождения ивентов, там можно и бесплатно много чего делать. И самая главная фишка — это то, что когда тебе, соответственно, платят какие-то, точнее, не платят, а как сказать, тебе дарят подарки, твой аватар, в принципе, как бы растет в системе. Ты можешь стать типа популярным бла-бла. Вот, и там многие на этом так завязаны, там многие денежки настоящие кидают. Вы что, там даже настоящие тенге можно зарабатывать, злато, брюлики, вся херня, там это все есть, там, о, мои дорогие, было бы желание. Нет, я на это все наплевала с большой высокой колокольни, я делала своего замечательного аватара, да, я думаю, вам нравится, не ради этого. Угадайте с трех раз ради чего? Ну, сейчас я таки, вот, ты хочешь круто выглядеть в своем замечательном стриму игровом. Ну, да, верно, я хочу круто выглядеть в своем игровом стриме. Но нет, на самом деле все банально было. Я, как вы думаете, как бы, я думаю, вы знаете, что по большей части я стримлю по кайфу. Я, в принципе, делаю весь свой контент по-хорошему, по кайфу. И сегодня, на самом деле, хотела рассказать какую-то историю из разряда ПЦР или какой-нибудь истории того, что вот я там ходила и искала себе лазер для Ваджейшела, о котором я давно вам хочу, кстати, рассказать, но пока я еще не закончила курс Ваджейшела.
закончила, я, естественно, молчу, мои хорошие, молчу. Вот когда я закончу, я вам все расскажу. Ну, ты, типа, подождите немножко, да? Вот, поэтому, соответственно, я хотела найти какую-то платформу, где мне бы хотелось бы так вот, знаете, расслабиться, ну, и заодно получить язык. И, в общем, я нашла это реалити, я там сижу очень часто, и гораздо чаще, чем в Инстаграме и так далее, и там, ну, знаете, там весело как. Да. Еще нет вот этого, знаете, заплыва зажравшихся блогеров. Там чисто все очень лампово, очень классно, очень манимешно. И понятное дело, что однажды, сидя во стриме, ко мне пришел японец, изучающий русский язык. Ну и так получилось, что как бы вроде сдружились, сговорились, начали общаться. Он мне помогает с японским, я ему помогаю с русским. И именно поэтому я там сижу. Я там сижу на японском сервере, слушаю японцев, чтобы, ну, аудирование, японский учить, вся херня. Да, а вы что думали, я там деньги, что ли, зарабатываю? И только ради стримов игровых это все делаю. Банально, все очень банально и лампово. Тупо ради того, чтобы сидеть, практиковать язык за счет того, что ты аудируешься, пытаешься что-то писать, японцы тебя палят, что ты иностранец. Потому что на корейском я тоже в сервере побывала, я даже думаю, вообще отдельная вообще тема это реалити. Я могу точно сказать, что я успела на англо-сервере побывать, на русском, на корейском и на японском. Из них всех я выбираю японский. Почему? На корейском тоже трешак. Такой же трешак, в общем-то, как и, в общем-то, на русском. На английском там уже грамотно ребята подошли к вопросу, там есть чтение книг, и поющие, и рассказывающие какие-то истории. И те, кто, в принципе, какой-то такой, знаете, психо-чил устраивает, лаунж, тебя, ну, товарищ, очень таких много, вот, да, и, как бы, в принципе, какой-то ознакомительный какой-то момент X происходит, то есть, там очень много интересного контента, ну, и трешак там тоже имеется. В нашем контингенте информативного контента практически нет, там какой-то постоянно фактически трешак творится, мне это, естественно, не понравилось, в корейском тоже там, знаете, как попадет, кто-то поет, кто-то истории рассказывает, кто-то в караоке горло дерет, вообще непонятно, зачем я так же умею, можно я тоже в караоке зайду, подеру себе горло, вот, ну, и, понятно, детский сад там происходит, я не раз напиралась на это, на меня периодически напираются, кстати, с этого сервера, ну, с корейского, потому что все-таки, я так понимаю, что там не только от сервера, который ты выбираешь, все будет зависеть, но от того, где ты находишься, а так как мой iPhone считывает геолокацию, а я в Корее на минуточку, ко мне иногда заваливаются просто толпы корейцев, так неожиданно, при том, что я поставила себе регион Япония. Не, у меня все очень интересно, непонятно и как бы вот. Мне периодически, конечно, прилетают японцы. Я, естественно, не могу ничего толком сказать, потому что мой японский еще не поднялся с нулевого этажа. Да какой нулевой? Я еще пока на минус третьем думаю. Когда он хотя бы на нулевой поднимется, я уже буду более свободно разговаривать. А то, понимаете, вы понимаете, а ничего сказать не можете. Ну, прям в рыбу играем с собаками, да? Я понимаю, но ничего сказать не могу. Только лаять. Гав-гав. Вот, я понимаю, как я могу нагнать аудиторию. Потому что я считаюсь, так сказать, анего-голос, то есть это сексуальный, типа голос соседки, кексуальный размера такого душевного и все такое. Ну, то есть, типа, я, по идее, такая эра-версия чего-то, и многие, кто заходит, постоянно мне это говорит, что у тебя очень кексуальный голос. А они, конечно же, ведутся на что? Правильно, на лоли-моли-поли-толи. И когда ты видишь, что многие из специально из России, потому что некоторые японцы сидят тоже на русском серваке и, ну... Да я вас умоляю. Они тоже, как бы, учат языки, это происходит, то, что они просто заваливаются куда-то на сервер, где есть этот язык, и они с этими людьми общаются. Ну и, соответственно, практикуют. А вы еще на коллаб можете налететь, то есть это когда вы заходите в стрим хоста, и он, вы становитесь, прям ваши аватарки становятся рядышком. Ну, это, короче, так 4 человека может быть. И вы, получается, общаетесь в принципе. То есть вы не знаете, кто это человек, вы его не видите. И при этом, если у вас комплексы, вы стесняшечка, кашечка, пашечка, памамашечка, или вам лень делать, в общем-то, макияж, как в моем случае, ну, ребят, ну это целая трагедия сделать себе макияж, чтобы начать что-то стримить, снимать. А там просто врубил, и все, и твой аватар за тебя двигается. Руки, конечно, не двигаются, но как бы тело, голова, моргалка, все работает. Считывается нормальненько, так скажу вам. А, почему бы и нет? Ты создаешь своего персонажа манимашного и общаешься. Это же так круто, это так анимашно, это так геймерски, это так атаковски, это так вибообразненько. Мне бы еще за эту рекламу кто заплатил, вообще было бы шикарно. Нет, я просто делюсь тем, что это действительно прикольно. И, понятное дело, я начала там пропадать, потому что с утра, естественно, аудируюсь по-японски,
потом в обеденный перерыв тоже захожу, кого-нибудь слушаю, иногда даже кому-то заваливаюсь в стримы, а когда получается хорошее время, я могу добраться до плойки своей, соответственно, устроить весь свой стрим-сеттинг, чтобы делать стримчик, я стримлю на второй канал, ну, как бы, кто знает, кто подписан, все уже видели моего аватарчика. Вот, поэтому... Мне там прикольно, мне там классно. Если вдруг хотите со мной пообщаться, и, скорее всего, вы меня поймаете именно там, то милости просим. Ну, если вдруг захотите сами что-то поделать, тоже, опять же, милости просим, потому что, ну, во-первых, платформа бесплатная. Тут главное, если ваш телефон потянет. Во-вторых, управление тоже понятно. Единственное, что, ну, вот ко всем блогерам и всем, кто вот вообще в любых сетях, вот у меня вот только одна единственная просьба. Я всегда прошу проявлять нормальные какие-то манеры. Блин, вы же представители... В общем, короче, это... Правила поведения, думаю, всем надо учить, потому что такое ощущение, что что-то поменялось в мире этом, и многие люди думают, что кое-что доступно просто так, потому что ты захотел. Да, как говорится, чувствую себя как дома, не забывайте, что вы в гостях. Ну и что мы имеем? Я пропадаю в реалити, если что, если хотите меня найти, вам туда. Не забываем подписываться, ставить пальчики вверх, комментировать, думать, что вы думаете по поводу ютубера и будущего ютуб-мира. Как вы думаете себя нужно правильно вести в стриме? Стоит ли мне устроить целое видео относительно того, что вы должны делать в стриме, как себя должны вести? Вот, ну и не забываем, конечно же, вы всегда можете мне помочь донатами. Спасибо моим достопочтенным героям, что покупаете мне кофе, поддерживаете меня. Особенно в такой ситуации сейчас, это очень-очень-очень-очень-очень меня радует. Спасибо вам большое. Обнимашеньки! Ну, а на этом мое странно быстрое и вообще ни о чем не нужное видео про реалити, где я пропадаю сейчас, заканчивается. Увидимся, бай, пока-пока! Бесплатно, ну, как сказать, болванчик. Да, я услышала вас, девочки, да, повторять за мной можно тоже. Я знаю, что вы русские, потому что только русские могли повторить эту замечательную фразу, как бесплатно. Пугают людей, которые будут здесь мимо проходить. А почему бы и нет? А почему бы и да?